он сам себя создал, он медиа-персонаж, но при этом он искренний. Дело в том, что, ну вот если вы сравните, вот у нас есть несколько «Россий». Там, допустим, вот это Россия, Кремль, это их главное качество — это двуличие. Говорят одно, делают другое, да, там патриотизм, дети за границей, значит, против олигархов, у самих дворцы, то есть двуличие. Значит, вторая Россия, ну, там, кадыровщина, личная преданность, армейщина, вот это вот все, ну, силы, культ силы. А этот бандит, он настоящий бандит, он говорит... главное, доверие завоевывает, он говорит правду, он не скрывает того, что он бандит. То есть он искренний человек, да, безусловно. Пригожин никакой не оппозиционер. У него нету там, как у нас, там принципиальных различий в видении, каким должно быть устройство России. Да? То есть он не оппозиционер.